Что касается Крыма, ну, сейчас по факту Крым присоединен. Допустим, отсоединить его сейчас нельзя, потому что это просто создаст уже все, это разрушит авторитет власти в России, это будет внутренняя нестабильность, это потеряет авторитет президента страны, ну и так далее, рейтинг, что называется, да. То есть консолидация общества сразу, то есть все это будет какое-то общество, которое потерпело поражение, да? То есть это что-то будет не для, для такой огромной страны, как Россия, это невозможно. Ну просто невозможно, надо понимать, что здесь уже все. Здесь никаких нет шансов, это просто обратного пути нет. Если мы были какой-то другой страной, но мы одна из тех стран, которые до сих пор как бы селдетерминированная страна. То есть на планете их мало. Есть как бы точка, условно, селдетерминизм, самоопределяемости какой-то, да. У нас есть какое-то ее количество еще. Одна из тех немногих стран. Может быть, Китай еще есть там, где еще искать. Все остальное, оно как бы уже понятно, да. То есть есть общая, как бы, такая централизованная точка зрения, которая принимается всеми. И если там посмотреть все эти средства массовой информации мира, там, ну, дискуссии как таковой нет. Есть черные и белые, да, черные там, допустим, в данной ситуации мы, белые, там, а Украина или еще что-то. На самом деле надо понимать, что в мире, вот, понимаете, как бы есть, условно говоря, вот 20 век, он был таким веком, что ли, идеологий, такие, которые, вот, их значимость была выше, чем даже, как бы, значимость права. Значимость вот, закона, что ли, да, идеологии стали над всем, коммунистическая там еще. Да, то есть потом как бы какой-то промежуток, вроде бы как все вот эти рухнули, и получилось одна примерно, да, ну там какие-то исключения мелкие. Вроде бы как будто право, да, то есть вот все на основании каких-то институтов, которые сформулировали какие-то законы или правила, по которым должно жить мировое сообщество.